Всем привет, ребята, это новое видео. Сегодня мы показываем вам ночную жизнь в Гагре, в Абхазии. Вышли мы вечером, в общем, погулять. Находимся мы сейчас в кафе Апсны, оно новое для нас. Но мы сюда уже заходили, если помните, в видосе, там, где я вот это меню листал. Тут не было каш, поэтому мы не стали здесь завтракать, но пришли сюда на ужин в итоге. Сейчас уже за окном довольно-таки темно, ну как за окном. Хочу сказать, что здесь, кстати говоря, очень приятные цены на напитки. Здесь за сколько? За 350 мы сейчас заказали 1,2 литра домашнего лимонада мохито. Также здесь завтраки есть классные, вот. Очень недорого, очень здорово. И я себе заказал вкусненькое. Это пирог вишневый в горшочке. Он стоит здесь 280 рублей всего лишь. Сейчас я себе что-нибудь вкусненькое. Енот тоже решил себе что-то заказать сладенькое. А может быть и не сладенькое? Но само кафе выглядит вот так вот. Очень здорово, тетечка вон там диджейка. Она также еще поет караоке, насколько я видел. Здесь есть танцпол. Наша официантка принесла нам бокалы. Я сейчас отговариваю активно Альяну брать алкоголь, потому что нас ждет завтра тяжелое утро. Нам нужно встать в 5 утра, чтобы пойти поплыть на прогулку с дельфинами. Завтра у нас запланирована съемка. Мы с енотом поедем бесплатно снимать для них контент. Взамен они нас бесплатно сводят посмотреть на дельфинов. Кстати, Апсны переводится как Абхазия. Просто на абхазском Абхазия – это Апсны. А мы сейчас как раз находимся в самом, что ни на есть, абхазском кафе. Принесли нам наш лимонад. Смотрите, какая огромная бутылка. Кстати, это самый большой объем, который мы видели в кафе, который здесь по соседству, в Гагре. Здесь литр и два. 1,2 литра. Он, между прочим, и самый дешевый почему-то. Пока непонятно почему. Давайте попробуем. Настоящая дискотека. Look at this. Это, видимо, пирог в горшочке. Офигеть. Горшочек очень горячий, нам сказали. Но выглядит вообще жесть круто. Нам принесли шашлык. Немножко задержки, потому что у них запара здесь. Много посетителей, но ничего. Это куриный. Выглядит вкусно. У меня прям слюни текут. Это свинина. Также мы еще взяли вот соус томатный. Пирог, кстати, огонь. Просто жесть, очень вкусный. Шоу набирает обороты. Лизинка. В черной майке это бармен. Чтобы вы понимали. Вот просто пиво, которое наливал, и пошел танцевать. Очень круто. У них очень клевая надпись «Апсны». Что значит Абхазия, я повторюсь. Сделаем пару фоток. В принципе, на побережье в Абхазии очень тусово. Наверное, как и в каждом южном городе туристическом. А вот и Калипсо. Здесь тоже тусовка, видите? Танцуют в основном тетечки. Зашли в наш магазинчик, в который постоянно ходим. Альяна себе на ночь решила взять вкусняшек. Так как мы сегодня весь день провели на пляже, реально, я весь день сегодня купался в море. Это было превосходно. Что очень удивительно для Алекса, учитывая, что он боится медуз. Да, просто сегодня не было медуз и всяких этих штучек, их не было. Мы очень классно провели день, насыщенно. Мы катались на сапах, я плавал до самого вечера. Даже Альяна уже не выдерживала и просто лежала, загорала. Мы сегодня еще весь день загорали, поэтому мы загорели еще немножко. И уже выглядим как кто? Отдыхающие туристы в Гагре. Ну ладно, пусть будет так. Вот. А еще у нее очень... Вот у нее. У нее очень горячее плечо, я сейчас чувствую. Потому что оно обгорело. И причем теперь так странно, об нее можно греться. И так странно, что я обгорела только на эту сторону. То есть у меня вот здесь очень красная, тут рука красная вся.
А здесь, если потрогать, ну, как бы не особо, ну, не так сильно. Да. Вот. Так что это мажемся теперь пантенолом и прочими штуками. Mm-hmm. Да? Да. Чтобы попасть к нам домой, куда мы сейчас направляемся, нужно пройти через такой туннель, про который я уже не раз говорил. Да, но я хочу показать его ночью. Здесь есть свет, что не может не радовать, иначе здесь было бы очень темно. Да, его здесь нет. А, да? Я не замечал. Да. Ну, нет, не в наш подъезд, не в наш приезд. Мы когда с мамой тут ходили, просто, когда мы только-только приехали, я сразу Алекса повела сюда, видимо, мышечная память какая-то была. Мы просто рядом жили, реально, и мы все время ходили именно через этот переход. И тут он было... всегда был заброшен? Да. Вот в этих местах тоже никогда не было никаких организаций? И тут не было света. Вот, видимо, сделали свет, круто, молодцы. Ну, здорово. Лайк. Еще из новостей, у меня немножко поранилась правая нога. Я на что-то, видимо, наступил, когда купался. И там прям такая глубокая, маленькая, но глубокая ранка. И немножко щипит наступать. Но это заживет. Завтра у нас важный день. Запланирована съемка. Будем снимать енота на фоне дельфинов. Вы где-нибудь видели такое? Вот увидите.